Секты прикрываются вот этими вывесками благотворительных организаций, политических, общественных, спортивные, тренинги разнообразные. А цель у них очень проста – власть, деньги. Противоправное действие вплоть до террористических актов. Настя. А меня зовут Сергей. Здравствуйте. Вечность, она реальна. И она прекрасна. Есть люди, посланники, для которых вечность не пустой звук. Это не религия. Это истина. А познакомь меня с ними. Ты точно этого хочешь? Учитель. Нами движет любовь. Любовь, ради которой каждый из нас может пожертвовать самым дорогим, что у него есть. Даже своей жизнью. Все, что ты мне сейчас рассказала, это настоящая секта. Это не секта. Это удивительные люди. Иди работай. Похоже. Помоги тебе, Господи.